Застраховал парня от несчастного случая. Произошел случай один, так откуда пять случаев? Компания за один случай возместила клиенту ущерб. Вы настаиваете на оплате в пять раз больше. Но я так не щедр. Почему? Почему? Мне не ясно. Объясните. Почему? Мне не ясно. Удовлетворяется как положено каждый обоснованный иск в пределах их ответственности на сумму за каждый риск. На один несчастный случай оплата 100 тысяч долларов, что указано в страховом полисе, и нет тут других доводов. Это не иск, как вы сказали, он врезался в пятерых парней. Застрахованный попал только в одну аварию. Так вернее, он врезался в пятерых мотоциклистов, не справился с управлением. Случай-то всего один, а не пять. Вам нужно покончить с притяжением. Ваши вымыслы, уважаемый адвокат, не укладываются в законодательство. Одним броском, но никак не десятью. Говорю же вам русским языком. А если вы утверждаете обратное, это неприятности. Конец страхового бизнеса и конец безопасности. Если вы застраховали дом на 100 тысяч долларов и его разрушил торнадо, он разрушил весь дом сразу, а не уничтожил каждый предмет отдельно. Сумму страховки умножить.